Осень – время уборки урожая, приготовления разносолов, варенья и компотов. В выставочном центре все это в большом многообразии представили фермерские хозяйства. В Одинцово приехали участники со всей России. Знаменитые соленья семьи Бушуевых занимают почетное место. Кстати, горожане полюбили и суздальские полуфабрикаты. Производители уделяют особое внимание качеству продукции. Также вы найдете здесь мед, овощи, ягоды и грибы. А еще именно осенью в Одинцово привозят вкуснейшую архангельскую рыбу. Специи, варенье, соленья – все самое свежее от лучших фермерских хозяйств страны. Посетители выставки могут не только дегустировать продукцию, но и принимать участие в многочисленных мастер-классах. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».